Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Dodge Durango. Ремонт переда. Итак, работа легкая. Мне надо отремонтировать капот, он алюминиевый, правое переднее крыло, несколько элементов телевизора, ну и замена фары и бампера. Ладно, разбираю передок. Разборка закончена, и здесь я должен отремонтировать вот эту часть телевизора. Отремонтированную детальку крашу и затем оставляю несколько деталей переда. Здесь я закончил. Начинаю ремонт капота. Он имеет небольшое повреждение, но он сделан из алюминия. Поврежденные места нагреваю. Капот сделан,
Теперь мне надо отремонтировать переднее крыло. Крыло сделано, и работа с металлом закончена. Устанавливаю фары и бампер. Ремонт кузова закончен. Капот, бампер и крыло снимаю. Владелец отвезет их на покраску. Через несколько дней детали прибыли с покраски. Установил капот и теперь устанавливаю остальные детали переда. Ремонт этого автомобиля закончен. На этот ремонт ушло 16 часов моей работы и 4 дня покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!